получается так, у нас, да, блессинг со вчерашнего дня. Уже даже просрочено, возможно. Ну, посмотрим. Ждем дождевой спа. Блять, вообще не ждем дождевой спа. Мечтал опять 5 часов посидеть на машинке за пейскаром. Или на питлейне. Ждем очень не дождевой спа. Или очень легко дождевой спа. Ну, посмотрим. Привет, Ноб. Привет, Юрич. Погнали, 43. Сосиска, заебись. Заебись, блессинг. Хороший блессинг. Факс. S8BS. У нас банка сердец, что тоже, в принципе, неплохо, наверное. С ней тоже можно всякое придумать. Так, сразу ключ, хорошо. И муха, кстати, хорошая. Приятный старт. По итогу статы у нас, в принципе, очень приятные. Отчасти, наверное, из-за сосиски. Очень приятные статы. Скорость большая, тиры нормальный. Дэмэдж почти большой. Он тоже нормальный. Хотя, в принципе, 444 даже может быть стандартный дэмэдж у Идена. Но все-таки неплохо. Ой, это мы едим. Бля. Бля. Ладно. Начинаем утро с невкусных таблеток. Еще ключ, хорошо. Диплопия за 7. В принципе, одобряем. Видимо, прощай, да? Банка с сердцами. Недолго мы ее таскали. Здорово, не надо так делать. Ну, походу, да. Долго мы ее не потаскаем. Ой, это прикольно. Главное ХП. На мать, шпоры тоже не берутся. Шпоры, какие шпоры? А эти костяные штуки. Наверное, берутся, просто у меня не было ХП лишнего и бомбы не было лишней. Сейчас, в принципе, уже можно забрать. Она не сильно полезна, не сильно бесполезна. Не знаю. Типа, на звере это ультра плохо, это я точно помню. На звере это очень плохо работает. На отдельных всадниках. К слову, о всадниках. Вот и они. В гриде, да, там хорошо, потому что там ты все в одной руме делаешь. Там, в принципе, любые эффекты на то, что спаунит говно в руме, приятно работают. На матери вроде не мешает, по идее. Вроде сильно мешать не должно. Привет, Кузя. Так. Скорее всего, мы идем на сделку. Раздали диплопию. Да и, в принципе, даже ХП, в общем-то, есть. 5 блессинг. Че, издеваетесь? Блессинг стрик. Блессинг за блессингом. Блессингом погоняет. Одни блессинги. У меня, кстати, уже было, по-моему, такое. Это тоже, по-моему, два раза подряд был блессинг. У меня, по-моему, даже был блессинг, по-моему, за блессинга. Чуть ли не такое было как-то раз, по-моему. Алло, Рэми. О. Колобок импостер один был. Даже не сразу понял. Погоди. Там, возможно, что-то можно сделать прикольное. Хотя, вряд ли. Там, вряд ли, сверху будет секретка. Наверное, это маловероятно. Хотя... Я все же думал, маловероятно. Но можно попробовать. Так, только надо как-то аккуратно сделать все. Там, походу, таймер короткий. Кстати, вроде получилось. Окей. Главное, я попробовал. Хороший меченый камень. У нас еще есть ключи вроде лишние. Хочу ли я идти в магазин с 8 копейками? Ну, в диплопе, правда. В диплопе все еще при этом тоже есть. Бомба есть. И свечка есть. Привет, Хемина. Привет, Плюха. Привет, Ашер. Привет, Рейст.
Не хочу ломать автомат. Он слишком красивый, чтобы его ломать. Пусть живет. Что с лицом? Я взял блессинга. И сосиску взял. Бахнули сосиску и блессинга. Поэтому такое лицо получилось радостное. С белыми глазами. Привет, Камон. Привет, Толстич. И вас тоже с днем рождения. Еще смешнее. Привет, Дэдшот. Душа ласта. Там только надо вот не обосраться, да? Если я буду брать сделку. Ну, сейчас посмотрим. Ну, кстати, по-моему, первая сливка после отпуска. Пока еще не видал ее. Ждем вайлдкарту. Да, вряд ли я буду ждать вайлдкарту. Думаю, я сразу повязаю. А. Любопытно. Ну тут диплопия не особо нужна. Типа вообще, я бы сказал, даже не нужна. Тут даже и душа ласта не особо нужна. Просто забираю все, наверное, и кайфуем. Типа, нужна ли мне душа ласта вообще с собой? Или все-таки стрэнкарта лучше? Вот я могу душу ласта выйти из Кёрсы, например. Или наоборот зайти, в принципе, одночленственно. Примерно одночленственно. А, да. Ты мне еще даешь тут хп. Блять. Я, конечно, просто могу хп задипить, но это такая хрень. Это такая хрень. Шлюпка не стакается, шедоу не стакается. Ни то, ни другое не стакается. Ну, типа, окей, ладно, предположим. Хотя, честно, я бы не хотел пока шедоу так рано. Надо на пол хп выйти, да, сейчас, в смысле, на фатальной тычке надо выйти, попытаться. Куда? Типа, а, нихуя не получилось, ладно. Я думал, что я перемещусь все-таки. Ну ладно, зато теперь заберу стрэнкарту с собой. Диплопия на хп. И прочие гениальные проки диплопии, да, в этом выпуске. Но, вдруг, кстати, нахуя мне диплопия в этом ране? Она просто уже бесполезна. Типа, я уже нашел билд до конца рана. Вопрос только с хп остается на самом деле. Хп может не хватить немножко. Я потому что этого не люблю, честно говоря, прокать. В ранах на мать, особенно раньше времени. Потому что хп хер найдешь, а потом еще отдавать хп на мобзарейшные мемы. Всегда надо. Ёб твою мать, задиагоналил. Страшно. Так, это еще и лост. Классно, я не понимаю, куда я пойду. А, я иду сюда. Удивительная рума. Приятная рума. Благо с таким DPS-ом, думаю, я ее быстро пройду. Так, а можно бомб побольше? Руки хорошие. А бомжи подводные будут, где нож, или там их не будет? Или там мне тоже будут? Чё-то не помню, как это работает. Или только работает на обычную этому руму. Кстати, ключи тоже закончились. Прикольно. Все закончилось. Так, это мне даст ключи. Наверное. Если я найду деньги. Да, ран был с блестника начинался. Скорость.
Скорость. Так, зеркало увидел. Так, ну вообще вроде не так далеко идти, по крайней мере. Я думаю, я схожу в Персу с таким билдом. Надеюсь, я там не обосрусь. А. Охуенно. Страшно, ну вроде скорость хорошая, ладно. Нашел вторую бомбу. Так, это было вроде налево, да? Так, потом получается я иду наверх? Это зеркало? Или куда я иду? Я просто нахуй иду, подождите. Куда-то мы идем. Еще я бомбы трачу, ну, кстати, да, окей, ладно. Нет, я иду просто вниз, это вроде. Это не такое зеркало. А можно ключей? Ну, благо рейндж хороший. К этим уебанам можно близко не подходить. Тут бомжей нет, слава богу. Че был за босс? Я уже забыл, что был за босс. Хочу ли я бить босса два раза? Классная карта. Полезная. Да, босс вроде с мухами был. Хочу ли я его бить? Есть бомбы лишние. Возможно, и хочу. Я даже хочу его орбиталить. Ебать, я псих ебаный. Ебать, я просто ебаный псих. Зачем я его орбиталю-то? Кто я нашел секретку? Вторую. Причем рандомно вроде. Походу бомба бахнула. Даже не моя. Здорово, Моран. Окей. Господи, орбиталит еще и в зеркале. Когда оно еще не в ту сторону орбиталит. Реально, Фучер ебнулся. Казино, казино. Да, казино нету. Казино я не включил. Можно оно не будет крашиться? Спасибо. Окей. Тут не было меченных камней? Вроде не помню. А за ключ появился. Не хочу еще ключей найти. Не хочу взять опять тринкет, который более смешной. А, пиздатая. Сколько получил ключей? Два. Я не хотел это брать. Но хотя, в принципе, нормально. Сам карта. Окей. Вау. Серьезно, тут такой хуёвый дроп. Теперь могу ли я пойти во вторую секрет? Там это... Там же будут бомбы, да? Там должны быть бомбы, правильно? По идее. Потому что там... Бомж. Окей. Нормально. Пацаны, в теории могли бы все тролль бомбами. Хоть и маловероятно, но... Ну, могло быть. Здорово, Казакума, да, отпуск закончен. Отдохнули. Найду ли я первую секретку? Наверное, нет. Не думаю, что я ее найду. Так, это можно проверить все же на всякий случай. Жаль. Очень жаль. Ну ладно, 6 хп есть, нож есть. Даже 2 ножа есть, можно сказать. Что дальше? С собой забираю сан-карту, видимо. Ну-ка. Хорошо. Я думаю, не буду на сан-карту мариновать. Сразу нажму. Уф. Красивый этаж вырисовывается. Так, вот это у меня нету. Клетамис. Планетария пока тоже нету. Жаль. Да, я планетарий могу найти вплоть до конца рана. Даже в корпусе 2 может быть планетарий с этим тринкетом. Так, по-моему, у меня 2. Это печальный факт. А, блять, как это сделать? Блять, еще и кости троллят. Ну, ёб твою мать.
Ладно, Костя не дали сделать штуку. Нашему. Ладно. Вообще-то лучше бы так не делал. Телепил все еще существует. Шипы осторожно. Так, ну ключей много. Многосточная прыгал. Привет, молодой. О, синяя. Бля, так хочу выйти, но не могу, у меня бомб нет. Собака. Тут можно было хп фармить, по идее. Так, я это не буду есть. Я это отказываюсь есть. А, да? Ладно. Минус копейка. Угу. Ешь. Да блин, опасно. Тут же телепилс нас обнулит. Не хочу. Вот бомб хочу найти, это я хочу. Хотелось бы найти бомб. Привет, мамби. Нашел. Кровать? Нет. Нету кровати. Мы играем. Ой, я нашел. Нихуя себе. Мы даже выигрываем, получается, немножко. Мы еще раз выиграем. Да, пускай его взорвет, мне уже похуй. Уже не важно. Обалдеть, у красного хп, оно все красное. Зачем сука красного хп? Что мне с ним делать? Я, конечно, мог что-то сделать, если активку бы оставил стартовую. Тогда там в теории что-то можно было бы сделать. Это в теории. Теперь оно вообще бесполезно. Ладно. Бомбы больше вообще не проблема, я понял, до конца рано, видимо. Даже то это заберу. Здорово, Элминстер. Так, тринку я оставил, да? Правильно, вроде оставил. Проверить. Окей. Википедия гейминг. Так, не хочу Википедия гейминг. Похоже, придется. Тут пока вроде ролить нечего, я чуть на шипы не обосрался. Да, спички я помню. Еще спичку. Еще помнишь, что вроде мыло ролится в рукботом. За два ролла вроде. А, удача. Удача. Это вчерашняя сделка. Это вчерашняя сделка. Блять, вы что, охуели? Вы что, охуели? А как это брать? У меня хп не хватит. Возможно. Мне не хватит хп, возможно, тогда на дверь, если я это все возьму. Просто взять инкуба. Скорее. Мне кажется, инкуб лучше, чем Брим. Обидно, конечно, но, блин, я не могу эту и другую брать, слишком опасно. Я такие уже бывали раньше, я просто на пол хп оставался на мавзолее. Это даже сильным билдом страшно. Так, во что ты ролишься? Скорее всего... А! В скапуляр. Ха! В скапуляр. Ну, наверное, все же... Да? Нет? Скапуляр. А скапуляр-то работает на дверь? Я просто не знаю, работает ли он на дверь. На этого. Не, я не буду нахуй этой хуйней заниматься. Не хочу. Я не помню, как это работает. Он может быть и работает, но может быть нет. Должен. В этой игре нет слова должен. Оно, в принципе, отсутствует.
Я верю, что я найду рок-ботом, или что я... Ладно, что я проебу удачу в первой же руме. Обязан. Ничего я не обязан. Короче, пошли. Не, полтора хп, это я в курсе, у меня тоже полтора хп. Да понятно. Это типа механика самого скапуляра. О, прикольно, удобно. Меченый паук. Здорово. Аккуратно. Нажал. Тут здесь, скорее всего, еще и секретка. Нет. Жаль. Так. Меченых много камней, это радует. Типикал альтраут. Весь засран меченными камнями. Это тоже приятно. Привет, Хэви Рейн. Опять меченый паук. А, он один. Обидно. О, а вот и оно. А, так. Сол. По-моему, это один из первых айтемов. Да, это самый первый айтем. Он ролится в лестницу. Он ролится в лестницу ангела. А на ангеле ролятся косы. Так что, мне кажется, тут вообще без вариантов. Тут просто без вариантов. Просто вообще без вариантов. Там даже деньги особо не нужны на ангеле. Там косы хотя бы точно можно забрать. Что-то гарантированно. Здорово. Здорово. А чё я хп не беру? Я же потом забуду, да, про него. Не знаю, зачем я не беру хп. Так, это взрывается сразу вроде. Хаос карта? Ах, яровок. Там еще в теории можно было найти, наверное, этого Гидеона под хаос карту. Здорово, Норсдеус. Ай, блять, я думал, там рейндж не на всю руму почему-то. Ладно. Ладно, был неправ. А чё в магазе ролится? Что-то смешное. Магаз я вообще роллы не помню, кого я обманываю. Я вообще эти роллы опять не помню, я опять их забыл, все роллы. Ты во что ролишься? А ты ролишься в планетарии. Обратно можно на планетарии выйти, но там ничего нет нужного. Ну хотя там Нептун есть за два ролла. И Плута есть сразу. Плута сразу, а потом... А потом Нептун. Я думаю, я Нептун хочу, а не Плута. Типа, хули нет. Это вроде как-то повеселее звучит. Пандора за 7, я думаю, даже она возьмется в теории. Во что она рулится? Она в говно рулится, окей. Pay to play тоже не думаю, что что-то смешное рулится. Это очень маловероятно. Это в Тиберсайтом. Ну, в Популу рулится. Кстати, Pay to play это перед Blessing Item, забавно, который мы уже брали в этом ране. Интересно. Но Pay to play дорогой, поэтому все равно, наверное, мимо. Вообще-то надо Пандору просто поюзать, мне кажется. Там будет 2 хп синих. Что тоже приятно. Он тоже приятно. Похоже, что маран уже закончили на самом деле. Уф, как же я задоджил. Как же он задоджил, это тоже задоджил. Я видел секрет, я не помню. Так, вроде это последняя. Ёпта! Чуть в нос не пёрнули. Полетели. Угу, тут камень есть.
А есть бомба перед этим? Тюрьмой? Нету. Жаль. Ну и ладно. Да, блять. Почему думаешь, я это обойду? Каждый раз на этом напарываюсь. Слишком толстый. Не пролезть. Сейчас, по-моему, смешно брать Switch в текущих условиях. Ведь там даже игры не запиратишь. Сейчас только ПК поумеет какой-то смысл. Консоли это просто бред, по-моему, сейчас брать. Кстати, ты копейки не нашел. Эпично. А уже есть эмулятор свеча, серьезно? Как я отстал от жизни. Свеч надо пиратить? Свеч пиратит? Ну ладно. Тогда может быть. Как я люблю Curse of the Lost. Мерзкий, странный этаж. Ты что-то не понимаешь в этой жизни? Где первая? А босса я вообще бил, по-моему, нет. А, вот он. Найс. Это, по-моему, ни во что не ролилось. Прикольное. Там Таур невопросительный вроде был. Что? Так, это чё? Фотка... По-моему, фотка в демо шарулилась, нет? А, не, в скорость, окей. Абис. В херню ролится, а эта штука... Тоже пойди в херню. Ну да. Короче, тут нечего ролить. Ну да, тогда ролл на ангела ставлю. Я так и сделаю. Но я все еще 3 копейки хочу найти. Как бы... Это все еще актуальная проблема. Еще я грибы нихера не вижу в этом эшпите. Просто невозможно. Обосрался. Еще раз обосрался. Нахуй я это взял? Где я не взорвал? Тут взорвал все. С какой стороны этаж? Кислая в курсе. Бомбы быстрее и проще. Тут нигде не может быть.
Какое-то ебанутое будет расположение, наверное. Вылруби не взорвал. Возможно. Вообще возможно, да. Где она? А, ну да. Ясно, ладно. Он дает деньги, я не помню. А, окей. Еще 2 копейки надо. Еще одна, вернее. Но там была Сакрума, да, ведь? Деньги он не дает. Не, Cruel Space я уже искать не хочу. В этом ране слишком долго. Иди-ка на шипы насаживайся. Где же была Сакрума, или я это выдумал? Тут была Сакрума, да, ведь? Где-то. Правда же была. Вроде... О, это тоже можно, кстати, открыть. Ладно. Теперь, по большому счету, мне уже не нужна Сакрума. Мне нужен магазин. А вот она, Сакрума, прямо тут и была. Ладно, просто подыхай. Упс, ты сдох. Ладно. Нормально. Вроде здорово вышло. Такс. Чё теперь? Уходим. Нож есть. ХП есть. Бомбы есть, заряд есть. То есть косы, по идее, я получаю, хотя не факт. Меня могут заскамить. Да ведь? Да, меня могут заскамить. И дать вторую часть ключа, а не первую. Ну, посмотрим, что получится. Угу, естественно, блядь. Так, я беру вторую часть, потом получаю первую, правильно? Гарантированно. Правильно? Вроде правильно. Потому что ничего не ролится, я ничего не куплю. Белое покупать тоже, по-моему, смысла нет. Ладно, чуть позже заберем, значит. По большому счету можно уже, наверное, просто бежать. Думаю, кос мне уже хватит, чтобы он закончить точно. Ну, еще и кровать. Здрасте. Здрасте, здрасте. Поспим немножко. Я даже скипну, наверное. Ну да, гиена первая, пофиг. А я зарядил, а я не ролил. Все нормально. Я не ролил. Все хорошо. Усы. Ну-ка. В принципе, ролл все-таки, думаю, полезно иметь. В этой штуке. Все-таки лучше надо заряжать. Я не могу, да, по говну ходить? По-моему, нет. Скорее всего, нет. А, на конжоинт. Нужна еще часть, правда, одна. Ну, почти конжоинт. Ох, ебать, суп. Ох, ща бы супу-то бахнуть, а. Вот кайф-то был бы. О, обахнем. Иди нахуй, тупая хуета шипованная. А, камни поломал, охуенно. Блять, просто охуительно. Не обошел. Окей. Это тоже прикольно. Хотя уже, блядь, это пригодится. Парам-пам-пам. Да, отъебись. Дай. Тут еще Sacred Heart найдем. Добавок.
Все. Вроде мы готовы. Это во что-то ролится? Ну, там негатив поди ролится в... Полароид, да, полароид ролится в Breath of Life. Понял. Охуительные роллы. Я вас понял. Для безопасности. Хотя по большому счету... Плевать, что брать уже. Брать можно что угодно уже. А нахуй себе пошел? Я не знаю, нахуй себе пошел, у меня денег нет. Ладно. Прости. Там вряд ли проход будет. Нету. Деньги? Даже денег нету. Ладно, просто пофиг. Да, блядь, можно пройти? Тоже мало денег. Переделал. Перр. Надежнее, чем рандомный телепорт пойдет. А, обалдеть. Ты еще и не сюда. А там было? Это было. Блять, аккуратно. Поехали. Неплохо. Ты тоже даже лень проверять, что это рулится, просто насрать. Просто насрать. Ролл! Охуен. Офигеть, DPS, конечно. Просто все уничтожает. Сраку дали. Да пф! Сука, я думаю, так у меня уйдет. Ладно. Упс. А, уже. Только зря бы он потратил. Ну и ладно. А, ее снесло этими костями. Вот где кости начали работать, блин. Готово. Хороший ран. Быстрый. Быстрый ран. 30. Ой, 30. Я себе недооценю. 40, 43. 43.